Ну, здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Хоббит, с повлагивающим почему-то FPS. В общем, в предыдущей серии мы с вами остановились на том, что Бильбо нужно было найти дрова в горах. Найти в горах дрова сухие, причем в дождь в горах дрова сухие. Ну и, в общем-то, он их нашел даже. Что такое, что с FPS происходит? Вы видите, да, что происходит? Один FPS, это, конечно, прекрасно. Ну, это странно. А, в общем, он найти-то нашел, причем кем-то любезно оставленную связку дров. Ну, в общем-то, аукнулось это ему, потому что бесплатный сыр только в мышеловке. И, в общем-то, он на своей шкуре это понял. Вместе с этой вязанкой дров и с камнями он упал вниз. И мы, в общем-то, попали сюда. Нам нужно отсюда, во-первых, выбраться, во-вторых, найти дрова до сих пор. Хотя нет, мы их уже подобрали. В общем, значит, просто выбраться и в общем, и все. Так, ладно. У меня какая-то волосинка на языке, она мне очень мешает. Как это избавиться? Я так... Я извиняюсь, но... Невозможно с ним говорить. Она как-то убивает меня. Она душит мой язык. А-та-та-та-та-та-та-та. Что такое? Что с FPS происходит? Что в Скайриме сегодня какая-то хрень была? Просто невозможно бы. Что здесь, в Хоббите-то, казалось бы. Давайте сперва сюда. Тик. Ну, давай. Ой. Чё, нет? Я же нажала! Странно. Ну, ладно. Так, черт, его управление. Я забываю, что здесь нельзя прыжок жать, когда подниматься. Тебе нужно. Так, ладно. Это было близко. Слушайте, а почему? Жалко вниз не посмотреть. Смотрите, здесь веревочка есть, и вот зачем она тут? Может быть, там какая-нибудь пещерка секретная есть? Ну, я не хочу, честно говоря, это проверять. Ну нафиг. Нам, по идее, надо туда. Но там есть одно место. Что там такое впереди? Нет. Что-то как-то не хочу. Давайте-ка сохранимся быстренько. И пойдем. Господи, тут выход-то был. Вот это. Нет, не хочу так. А, да что ж такое-то? Вот. Так, сейчас. Я не допрыгну тут. Ладно. Я извиняюсь. Так. Давай, Бильбо, наверх. С горлом какая-то странная штука происходит. Вот после того, как я около месяца назад поболела. Да что ж такое? А, он выжил. Теперь, думаю, он умер. Оно так как-то и не прошло. Я до сих пор как-то так сиплю и периодически покашливаю. То есть раньше у меня таких как-то проблем не было особо. А вот теперь постоянно. Так, я хочу... Отлично. Да, вот хочу камешек. Хочу камешек. Ту-ту-ту-ту. А, не падай. Ту-ту-ту-ту. А, нет, я думала, мы перелетели. Чёртово горло. А, нет, не умирай. Местная камера меня иногда пугает. Я когда-нибудь инфаркт с неё получу. А, так, хорошо, нам теперь туда. Теперь точно туда. Здесь где-то пещерка вот там. Вот это. Ой, не люблю этих штук. Иди ты нафиг. У меня есть меч-кладенец, который почему-то светится, хотя орков рядом вроде как нет. Кто меня укусил? Кто посмел? Они вроде закончились, да? Все. Где денежки? Все замечательно. Парам-пам-пам. Уходим. Жалко, здесь все-таки нельзя сохраняться по-быстрому.
Ну, мне, кстати, да, сказали то, что это потому что игра-то порт с PlayStation 2, я забыла совсем об этом. Вот этот. Так, опять сохраняшка. И уходим. Вот так, грибочки мне сейчас очень не помешают. Так, что у нас тут? Я хочу тут брюлик. Он похож на Аркинстон. Так, вот этот камень, он выглядит подозрительно, скажу я вам. Странно, вот камнями, вы заметили, я вообще никогда не пользуюсь. Как ни странно. Ой, там еще один есть. Тар-тар-тар-тар-тар. Я, кстати, не помню, зачем мы их собираем. Но это не важно. Чувство FPS-то все-таки. Так, блин, вот здесь опасно. Так, ладно, идем. То ли. Жалко, не наверх, не посмотреть вообще никуда. Это, по-моему, двигать можно. Да. Вот сюда, наверное. Чтобы подняться. А может нет? А куда тогда? Что с ним делать? Что-то мне сразу все зачесалось. Нервов. Так, ладно, давайте потом разберемся с этим камнем. Сперва сюда. Ту-ру-ту-ту. О, сколько там? Всего. Слушайте, а как? Спрыгнуть, что ли, на эту веревку? Это же самоубийство. Здесь сохраняшки нигде нету под носом. Ух ты, нифига себе. Ух ты, боже ж мой. Слушайте, я хочу тут брюлик. Нет, ну слушайте, я много оставляю за собой. Это нехорошо. Давайте вниз. Нет, подожди. Вот здесь из этой камеры ты убьешься быстрее, чем что-нибудь сделаешь. Давайте вот так вот. Ну что, рискнем? Иди, иди, иди. Ага. Все. Опять на пробел нажала вместо подъема. Господи, мне это погубит когда-нибудь определенно. Я, кстати, кажется, поняла, для чего этот камень нужен. Как там? Где там были? Где там были красные камешки? А, вон они. Вот, видишь, да. Об этом я и говорю. Хорошо, идем. Давай, Бильбо. Господи, ноги больше, чем голова. Если вместе ее взять. Он так пойдет? Пойдет. Так. Иди, иди, иди. Так. Там еще наверху что-нибудь будет? Нет. Ля-ля-ля-ля-ля. Еще один. О, там еще. Сундучишка. Так, давай, Бильбо. Я же нажала на зеленый, ты чё? Читерство. Ну вот, хорошо. А почему у меня... Ой! Ой, меня Вы видели, у меня жизки стали зелененькими и начали уменьшаться. Меня отравили, видимо. Так, куда я иду-то вообще? А, да, все правильно. Нам сейчас сюда. И потом по скалам направо. Сохраняшку бы мне тут где-нибудь. Вот не помешало бы вообще. Так, хорошо. Я, кстати, подглядела из интереса, сколько вообще, насколько длинная эта игра. Слушайте, достаточно длинная. Ну, то есть продолжительная для такой игры. Там 10, кажется, глав будет. Мы сейчас на 4-й. То есть, в общем, намного... Это что было сейчас только что? И мне сейчас вот это все заново делать? Блин, да вы чё? Все-таки не за камера здесь иногда убивают просто откровенно. Может вот так сделать? Смотрите-ка, правда. Так, стоп тогда. Вот так вот, замечательно. Ладно, сейчас по-быстренькому так-то все сделаем. Мы уже знаем как. Я говорю, сохраняшка бы не помешала. Это как-то печально. Или можно, знаете, как сделать? Все собрать, потом пойти сохраниться. Я, пожалуй, так и сделаю. Это мало ли. Я уже боюсь. Так,
наверх. Что тут? Па-па-па-па-па-па. Как он долетает? Вот вроде смотришь, не долетит, а нет. Ну это и хорошо, долетает, а ладно, что жаловаться, правда? Так, стоп, стоп. Ты не застревай, бейбол. Ощ. Так, давай. А. Да я же открыла. Вот, видите, опять отравили. Подонки. Четыре по-страшному. Вот что это было только что с камерой? Помните, в самом начале игры такое уже было, когда мы там на домике ходили? Ой, нет, пойду-ка я сохранюсь, пожалуй. Что-то как-то мне страшно. Не хочу рисковать. С мечком. Почему, кстати, все-таки меч светится? Сейчас же орков вроде нигде нет. Там, кстати, огонек, смотрите, какой-то горит. Это, по-моему, сохраняшка там впереди и далеко наверху. Ладно. Господи, зачем я сюда поднимаюсь? Вроде не нужно. Турун-тун-тун. Пабам-пабам. А, ну так вот, да. Я что-то хотела сказать по поводу глав. 10 глав, и там вот, прям в упор по книжке. Ой, я один кристаллик забыла. Ну ладно, черт с ним. Не буду же я возвращаться. Так, ладно. Это ужасное место. Так. Постоянно ж... Ага, то есть здесь работает не аркадный режим, знаете, когда вот, чтобы прыгнуть направо, нужно нажать направо. Нужно нажать сейчас вперед, а я тогда нажала направо, поэтому улетела благополучно. Это ужасно. Самый страшный момент в игре, пожалуй, был. Да что ж такое, что с горлом? А, тут. Иди. Куда мы... Ой, не надо, пожалуйста. Ау. О, какая... Торин, what have you done with my burglar? Bofa sent him to find firewood. If he's not been yet, then drat him, I say. He's not been very useful. I brought him, and I don't bring things that are of no use. I hope he's better at dodging boulders than he is at fetching firewood. Это... Что надо делать? Постараться в них не поп... под них не попасть или чего? Скорее всего. В меня кидаются булыжниками. Некоторые вещи наполняют камни дополнительной силой на короткий промежуток времени. Таймер находится... Показывает, сколько времени осталось, чтобы использовать их силу. Что значит? А! Ну, твою-то дивизию. Да иди ты нафиг. Меня убили. Класс. Где там у меня сохранение было? Ну, в общем-то, да, понятно. Да ну нахрен эти камни, я ими никогда не пользовалась. Лучше бежать вперед, по-моему, и все, не мучиться. Так, мы это пропускаем. Ну, к черту этих гигантов. Уу! Тем более, что Бильбо у нас сам говорит. А, да, отстань так. Нет, не попадете вы меня. О. Мне интересно, сюда попасть могут. Да. Да сюда-то, наверное, не долетит камешек. Или долетит. О, долетает. Пещера. Слушайте. Нафиг, я не буду не собирать никаких кристаллов. Ты вообще отсюда никогда не уйду. Для себя бы я, может, и попробовала. Но... Не думаю, что вам будет интересно смотреть, как я 20 раз переигрываю одно и то же. Бежим. Ой, как розовый камень! Perhaps I can trick those stone giants into making a bridge for me. Давай. Уху. Они же уже кинули. Не, давай. Вот сюда.
Вот сюда кидай. Что-то как-то... А, подожди. Все-таки попали, да? Сохраняши. Совсем рядом. Не заметила. Так, быстрая запись. Бежим отсюда. Тролль такой. Юный. 50-летний. Нет, не важно. Так, ладно. Ой. Как хорошо. По сути-то я ничего не сделала, просто прыгала, собирала. Они все сами за меня сделали. Волки. Плохо. Как их много-то, боже мой. Ах ты, горный бабай. Надо так, чтобы все с одной стороны были, это иначе это больно. Так. Нет, сейчас... Какое тут управление все-таки иногда. Мозговые мысли. Умри. Так, мне бы... Ай, как там зелье-то скушать? Все отлично. А зачем я зелье скушала? Здесь куча грибов вокруг. А я хочу туда. Черт. Может быть, это обходной какой-нибудь путь, и потом... Это какой-то вожак, что ли, судя по роже? Просто я не хочу туда выходить и драться с ним, потому что там камни. Вот так вот. Так, куда мне идти-то? Ой, только не говорите мне, что мне туда идти. Ой-ой-ой, что-то я не хочу туда. Подождите, а куда идти? А, да, точно. Так, сейчас. А, ну вот, все понятно, почему там был, помните, такой пьедестал, куда я хотела запрыгнуть. Это мы сейчас, видимо, как-то... У меня так ощущение, что сейчас эта штучка сломается, знаете? Да. В общем-то, это было не тяжело догадаться до этого. Развонялись тут, понимаешь? Зачем я съела зелье? Здесь столько грибов. Ладно, мне важно. Здесь они до сюда ко мне докинут. Ну, понятно, если честно. Тут, да, докидывают, зараза. Так, уходим. Новый уровень? Ну, не фол, а пол. Не важно. Сейчас. У меня как-то все автоматом получается, я ничего не делаю, у меня получается. Ай-яй-яй. Грибы. Спасибо. Ой, давайте еще один скушаем, а там у нас маленькая красная точка. Вот так вот, отлично. Сохраняшка. Давайте сохранимся. На всякий случай. Да-да-да-да-да. Все замечательно. Идти. И уходим отсюда. В целом, на прохождение одной главы, ну, то есть одного места какого-то, уходит где-то полчаса. Поэтому, я думаю, мы, в принципе, достаточно быстро... Это было не очень хорошо. Звук такой был, я думала, босс. А пока что вроде нет. Ну, это пока. Наверняка там впереди какая-нибудь гадость будет. В общем, где-то, если по моим прикидкам, если нам осталось с вами 6 глав, ну, я эту не считаю уже, иди сюда, то где-то 3 часа нам играть. В принципе, кажется, что немного, да, а 3 часа игры, ну подумаешь, господи. А вот когда это все воспринимаешь как серии, тогда как-то сразу кажется, что, блин, еще 6 серий. Не то чтобы я хотела бы, чтобы эта игра поскорее закончилась. Ай! Ну просто. А. Просто в какой-то определенный момент в любом прохождении начинаешь думать, интересно, сколько до конца. Вне зависимости, нравится тебе или не нравится. Ну, когда не. Не.
Ладно, ну сбросьте меня, уже почему так долго-то? Ой, господи, не зря сохранилось, да? Теперь, по крайней мере, не придется опять там пол ломать, правда, с бабайками придется драться, но не важно. Это не самое страшное. Харе выть! Не будем ничего собирать, никаких кристаллов, это будет очень долго. Пока туда сбегаем, пока туда. Бильбо у нас не очень быстро бегает, к сожалению. По байке я иду. Мне вот почему-то после Fable 3, я недавно так поигрывала чисто для себя. Там почему-то всегда хочется после меча переключиться сразу на двойку, то есть на заклятие. А так, а зачем здесь камни нужны? Здесь где-то подъем? Или что? Подожди, не... А, вон. На-на-на-на-на-на. Нет, стоп, это будет долго. Так, как-то быстрее. Смеркалось, бить бы, давай. Где там? Ну, там вот. Эть! Господи, как долго. Давай. Давай. Еще немного. А, это, видимо, чтобы на вот эту штуку попасть. Ну, неважно, мы уже почти все собрали и так. А это зачем? Подождите, а куда нам идти? Туда или сюда? Или... А, ну да. Да-да-да. Какой-то прям такой золотой... Черт. Давай. Господи, ужас. Чё, эксперт в тактике прыжков, палка. В атаке прыжков есть разрушительная тактика. Эта атака наносит больше урона врагам, чем нормальная палка. Она также побеждает каждого врага на близком расстоянии, очищая место вокруг себя. Нажми Alt в прыжке, чтобы... А, подожди. Ух ты, это что такое? Ой, ой, жизни кончаются. Ой. А, вот. Слушайте, надо по грибам пойти. По грибы, точнее, по грибам. Вон они. Сейчас по-быстренькому. Не хочу зелье тратить. Вот это не убивайте меня, великаны. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Так, там еще один гриб был. Сейчас за ним. Куда идти? В нем сохранение, а? Там вниз, по-моему, вниз смотреть надо. Волки, чертов дери. Нет, я хочу сюда, в безопасное место. Иди сюда. Ах ты, зараза. Иди сюда. Чё, убью. Куда я иду вообще? Куда я иду? Чё это было только что? Я куда-то пришла. Не важно, что я много за собой оставила, просто я не хочу переигрывать по 100 раз. It looks like it's missing some pieces. Да, похоже. Сейчас будет загадка. Музыка такая, как в Покахонтас. Почти. Либо здесь один кусочек. Нет. Это вы мне хотите сказать, мне придется искать? Скорее всего, вот в тех руинах каких-нибудь. Я, кстати, ошиблась по поводу того, что на одну главу уходит по полчаса. Скорее, по часу. То есть, играть нам 6 часов. Все-таки. Ух ты. Там у них какой-то... Какая-то... Вечеринка. Так, они бегут ко мне? Нет. Зачем я за этими камнями бегаю? Они мне не нужны. Ах ты... Ну-ка. А, это... Все, я поняла, кажется. Вот этот вот мега-удар. В прыжке-то. Мы его, по-моему, можем использовать только когда у нас очков храбрости достаточно. И чего оно мне дает? Поговорите. Так, найди дерево. Так мы же нашли. Найди большой золотой механизм. Найди маленькую золотую шестерню. Ага.
Короче, нам долго и упорно искать. Я так думаю, у нас следующая серия как раз на это на все и уйдет. Я так подозреваю. Здесь что-то золотое лежит явно. Нет. Жаль. Так вот. Нам надо наверх. Мне терзают такие смутные сомнения. Давай, Бильбо. Вот, если бы в фильме было столько нюансов, мне кажется, фильм бы вообще никогда не закончился. Блин. Сейчас опять поднимался 2 года. Внизу грибы есть. Давайте сперва по грибам. Чтобы совсем хорошо было. Слушайте, а... Может, мне не на веревке надо туда подняться? Да вон тут еще есть. Хотя вроде нет. Или вот сюда, может. Потому что веревку мы же так сверху спустились. Может, нам сюда надо? А, нет. Все понятно. Ну да, вот там вот они танцевали, вот эта веревка. Значит, нам все-таки к ней надо. Так, ладно, сейчас вот на этот выступ. Так, все. Отлично. Ла-ла-ла-ла. Ла. Так, ну это все замечательно. А где остальные? О, вот туда. Туда тропа меня ведет. Вау! Так, сохраняшка. Сохраняшка святое. Так, вот там вот я вижу золотую штучку. А здесь какая-то пещерка. Ну там наверняка что-нибудь вкусное лежит, поэтому мы пойдем сперва сюда. Что-то я вот не люблю, я вот эти загрузочные экраны, я сбиваться начинаю. Куда я иду? Зачем я это делаю? А-та-та-та-та. Отличненько. Ну, в любом случае, не зря пришли, потому что нашли золотую шестеренку, тоже хорошо. Джеронимо! Би-би-би-би. О, главное не упасть! Та-та-та-та. Уу! Все, уходим, мы тут все подобрали. Так, ну, получается, нам только одно осталось? Нет, две, что-то, две. Две, да. Эй! Так. Ой. Кстати, я слышала такой слух, что Хоббит все-таки будет поделен. Так, где там была-то она? На 3 части. В третьей будет что-то вот показано. Битва. Ну, та вот битва, в общем, в море. Как она там называется? Битва 5 воинств. А! Блин, веревка оторвалась. И что, мне теперь опять ползти наверх? Черт возьми. Ладно, так уж и быть. Но мне так кажется, что это странно будет выглядеть, потому что они сперва победят там этого смога. Хотя вообще-то даже и не они. Мне вот интересно... Джексон как сделает? На кого убийство Смога, Смауга, как там правильнее будет? На кого он возложит, скажем так, данную честь? Потому что дракон уже убил не Бильбу явно, и, в общем-то, и гномы тоже не убивали. Так, я не туда иду. Бил совершенно другой человек. Это вы потом узнаете, а если вы читали книжку, то вы и так знаете, что мне вам рассказывать. Так, надо запомнить, что вот такие вот нецветные веревочки, они рвутся. Так, давай. Ай. Там просто эту стрелочку вот на последней еле заметишь, она такая не очень приметная. Так, ладно. Так, подождите, а что, мыш? Нам еще одну штуку где-то искать. Я, честно говоря, без понятия где. Тут мы были уже. Может, я там что-то не нашла? Не знаю.
То есть сперва здесь взять, потом идти... Вот, небось, наверху там надо, да? Да. Наверх не сходили мы с вами. Давайте добежим до сохраняши. Ой, я боюсь. Та-та-та! Да твою дивизию, бельбо, не пугай! Так, ладно, давайте с этой стороны. Пи-пи-пи-пи. Пру-пру-пру. А тут. Господи, какие я только звуки не издаю, да? Как в таких ситуациях. Та-та-та-та. О чем я и говорю. Ага, вот все. О, вот она. Вот она. Да. Это возвращаться типа обратно надо. Не, ну дайте мне сохраниться сперва. Потом я уже вернусь. А, или вот сюда. Может, меня пустят коротким путем. В общем, ладно, давайте на этом серию с вами завершим. Я надеюсь, она вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Зовите друзей и увидимся мы с вами уже в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.